Высокорослый перец я хочу посадить сегодня в стаканчики под кипяток, для того, чтобы его не пересаживать, не переваривать, для того, чтобы не было никакой задержки в его развитии. Мы будем сеять его в стаканчики. Стаканчики я взяла самые обычные, там, где продаются пластиковые посуды, сделала в них дырки. Дырки удобно делать, когда несколько пластиковых стаканчиков вставляешь один в другой и нагретым либо ножом, либо какой-то отверткой. В общем, такой вещью, у которой есть ручка, которая не нагревается на огне, протыкаешь сразу несколько штук. И получается внизу вот такие классные дырки. Дырочки нужны обязательно для стока лишней влаги. Грунт я взяла покупной. Мне он нравится, потому что он содержит торф. А в наших местах торф в свободном виде не встречается, и нам приходится покупать торфяные смеси. Нужно мне было взять какую-то лейку, либо чайничек, но теперь я уже менять не буду. Проливаем грунт горячей водой, для того, чтобы он осел. Стол придется протереть. Затем в каждый стаканчик мы будем бросать по одному семечку. Смотрите, они обработаны. По два бросать не станем, потому что перец высокорослый должен расти по одному растению. На самом деле ничего сложного нет. Если семена чем-то обработаны, их замачивать нельзя. Нужно просто сажать так, как есть. Все, теперь мы засыпем наши посадки грунтом, тем же самым торфом. Еще раз прольем очень горячей водой и поставим в теплое место, где-то градусов 30 там должно быть, для того, чтобы наш перец быстро взошел. Я засыпала наши семена грунтом, рыхлым. И теперь просто пролью их горячей водой. А затем поставлю в теплое место, для того, чтобы наши семена хорошо взошли. После того, как они взойдут, температуру нужно немножко снизить, чтобы они не вытягивались. И обязательно сразу же включить досветку. Как только появятся крючочки, включаем досветку, для того, чтобы растения не вытягивались. В моем случае досветка — это фитолампы. Абсолютно шикарные фитолампы, которые я недавно получила на обзор. Вот так это будет выглядеть. У этих фитоламп вот есть здесь такие штуки, за которые их можно подвешивать. Эти фитолампы линейные. Есть вот такие фитолампы разного размера. На самом деле для досветки рассады очень хороши. У меня они от мини-фермера. На этом все. В посеве перца под кипяток в стаканчике нет ничего сложного. Видео на 5 минут растягивать смысла нет. Мы сделали все, что хотели.